В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают машиностроители. Предприятия этой отрасли внесли огромный вклад в становление нашей республики. Накануне лучших работников за многолетний труд отметили наградами. Глава Чувашии Олег Николаев лично поздравил представителей этой нелегкой профессии. Праздник машиностроителей открылся парадным выездом техники на площадке агрегатного завода. Несмотря на пандемию коронавируса, отрасль находится на подъеме. На предприятиях реализуются значимые инвестиционные проекты. Выпуск гусеничных тракторов до 110 тонн, танков, контейнеров для транспортировки и хранения жидкостей, а также серийное производство крупного вагонного литья для инновационных вагонов. Я хотел бы поздравить и всех машиностроителей республики, всех машиностроителей страны, всех машиностроителей нашего концерна. Я считаю, что это большой основательный праздник. Машиностроение собирает в себе все остальные отрасли, металлургию, все остальное. Все собирается, и в результате получается конечный продукт, на котором мы ездим, который мы используем. В свой профессиональный праздник заводчане были отмечены высокими наградами. Среди них оператор-наладчик автоматических линий Иван Степанов. 38 лет он трудится на Чебоксарском агрегатном заводе. Иван Павлович признается, что такая оценка его заслуг очень приятна. Первый раз так получаю такие награды. Первый, мы на постоянной работе. Работаю наладчиком автоленина агрегатного завода. И призруем. На торжественной церемонии руководитель региона отметил, что машиностроительный комплекс играет значительную роль в социально-экономическом развитии республики и страны в целом. Сегодня в Чувашии в этой отрасли трудится почти 22 тысячи человек. На долю машиностроения в обрабатывающем производстве приходится 30%, а в перспективе станет еще больше, подчеркнул Олег Николаев. Республика в этом заинтересована. Я испытываю огромное чувство радости вместе, наверное, со всеми с вами, кто здесь сидит в зале, кто с вами вместе каждый день работает, за то, что вот концерн тракторных заводов, предприятия, которые входят в эту группу компаний, на сегодняшний день переживает очередной подъем. Это очень важно для всей республики, это важно для руководства республики, для кабинета министров Чувашской республики. Елена Михайлова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.